определить на публичную плоскость, вынести вот эти дворы, определить стандарты, определить возможность участия и, может быть, рейтинговое голосование в зависимости от соучастия и активности вот этих граждан дворов. У нас же персонифицированный, возможность персонифицированного голосования есть. Вот вчера мы смотрели. Я думаю, что это будет очень хорошая тема. Вот пятилетняя программа. Нам надо вот сколько дворов надо отремонтировать, разделить на 5 лет, и в зависимости от активности и востребованности эту программу уже расписать на 5 лет, чтобы было понятно, в каком году какой двор будет отремонтирован и по каким стандартам. Вот в течение лета надо подготовить. И уже, чтобы на следующий год мы эту программу, все эти процедуры рейтингового голосования, это вот большая программа пятилетняя, ее надо подготовить. Вторая программа – это у нас эти стационары, которым более 30 лет, их достаточно много. Тоже, я думаю, что вряд ли мы за 3 года сумеем сделать пока пятилетний, и тоже это идет под эгидой «Единая Россия». Мы должны сейчас обобщить, и где в первую очередь нам определить надо от количества и востребованности очередность реализации этой программы. Тоже вот вместе с Госсоветом провести эту работу и уже заказывать проектные решения, проекты вот на следующий год, исходя вот из этого тоже подхода. И это и голосование, это и какую зону, насколько она покрывает территорию и сколько людей обслуживает. Поэтому надо создать одну группу по дворам. Здесь все ведомства, которые нужны. И второе, значит, вот эти большие программы, нам надо сейчас подсчитать, сколько это по деньгам будет, и 3- или 5-летнюю берем, вот, чтобы решить это. Но я думаю, что и та, и это, они достаточно затратные, но они очень важные. Стационары у нас, к сожалению, поликлиники, это мы сделали, а вот стационары в сложном положении. А что касается дворов, это тоже очень востребовано. Поэтому давайте ударно поработаем.